На рынке Pet Food идет жесткая конкурентная борьба. Решающий фактор при выборе суперпремиального корма – рекомендация ветеринарного врача или заводчика. Как бренду заручиться их поддержкой? Ключевые проблемы ветеринарной отрасли – это дефицит узкопрофильных врачей и отсутствие единых подходов в лечении домашних животных. Чтобы укрепить позиционирование бренда как эксперта, мы поставили себе две главные задачи – повысить экспертный уровень ветеринарных врачей и приступить к созданию стандартов ветеринарной помощи. Решением стало создание собственной платформы для диалога с ключевой аудиторией – конференции Purina Partners. 120 врачей и ученых из России, США и Европы поделились последними результатами по актуальным темам. Интерактивные стенды познакомили участников с новыми продуктами и собрали обратную связь от ветеринарных врачей в онлайн-режиме. С помощью электронных бэджей мы отследили наиболее посещаемые секции и стенды. Для привлечения внимания к проблеме стандартов лечения мы сделали фотозону. Гости конференции голосовали за приоритетный стандарт и делали фото с манифестом для публикации в соцсетях. На Purina Partners был подписан первый в истории меморандум о необходимости разработки стандартов оказания ветеринарной помощи домашним животным. Его участниками стали представители ветеринарного сообщества, частного бизнеса, вузов и госструктур. Чем мы гордимся? Конференция собрала 3000 участников, превысив заявленный KPI. 94% участников оценили практическую ценность контента как высокую. 80% гостей познакомились с новинками бренда и прошли тест на знание продуктовой линейки. Конференция запустила социально значимую инициативу, которая будет распространяться в клиниках и вузах при поддержке бренда Purina Pro Plan. Purina Partners – единственное мероприятие такого уровня, организованное брендом-производителем. Мы объединили тысячи ветеринарных экспертов, заинтересованных в том, чтобы сделать жизнь наших питомцев лучше.